Ну вот так проходят наши будни на корабле. Каждый занят своим любимым делом. Приятный ветер. Хороший тент натянут. Кто-то завтракает, кто поздно проснулся. Ну, капитан, естественно, у него самая ответственная роль. Доставить нас до места назначения. Маленькая Наташа. И вот так мы проводим свои будни. Вокруг нас чудеснейшее море, прекрасные берега. Мы сейчас ищем себе место, чтобы это было великолепная вода, лазурная,